Ишь. А, блядь, ты что в тебя? Пошла нахрен, беги, блядь! Братан, беги! Ты сможешь, давай! Череп, череп, огонь, череп! Череп, братан, череп, блядь, быстрее, блядь, блядь! Спили. Ебой! А где сумасшедшая? А, вот она! Сам за рулем. Так, а мы здесь были, короче, смотрите. Это конченая сейчас туда пойдет. Вот сейчас увидел. Спасибо, давай после Home Sweet Home дополнение к Outlast. А что за операция? Блин, спугал он меня. Что за операция? Да закрой свой рот. Ребят, помогайте. А я чуть не пойму, а мы... Подождите, задание, задание, подождите. Куда нам, да? Давайте попробуем на первый. Ага, Heroes 2. А может на второй? О! Родная! Ты конченая? Куда хуйня? Иди нахуй на нахуй. Ебой! Куда хуйня на нахуй на нахуй? Тупорылая, бля, бля, бля. Чё, пацаны? Погнали! Шо? Говорит, почему убегаешь? Да ты себя в зеркало, походу... Так, тормозите, мы должны разобраться, где, чё, куда, я вообще понять не могу. О! О-о-о-о! А чё такое? Ух ты, ягода маленькая. Окуси меня, пчела. Ну ты баран. Чё сделал? Чё сделал? Профессор Уан Чай, пожалуйста, возьмите чай Гуанчжоу и попейте его, иначе у вас съедет крыша, родной. Ты во что играешь? Так, что там? А! Блядь, не-не. Чё делать, блядь, куда? А куда, блядь, куда? Ёб твою мать! Что сейчас было? Чё, родная? Суету наводишь, да, здесь? Я не очкую. Бля. Тормозите, стойте. Сейчас мы... Та-да-та-та-та-та-та-та-там! Та-дан-тан-та-ра-ра-ран! Тан-тан-дан-тан-та-ра-ран-тан! 300 очков на барабане, буква, мне быстрее! Ого! Конечно, вставляй ключ, родной. Так, так, так. С чем мы имеем дело? Играть в прятки весело, пока не наступит закат. В этой поговорке говорится, прячешься в духе, с приходом темноты прячешься. Это объясняет, почему ты такой баран. Ну шо? О, это мне нравится. Ключики мне всегда нравятся. Что мы еще имеем? Так. Статуэточка есть у нас. Да. Сейчас. О! Какой? Че, бля? Ты че, родной, курил? Рася, вот это суета. Так, 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 так. Ключи от туалета не, я в туалет не хочу. Ну, твою мать. Ну, зай. Ха-ха-ха. Ассаламу алейкум.
Что там у тебя в руке? Фу, какая ты... Не-не-не-не, я пошутил. Я пошутил. Это все шутки, ты так не воспринимаю. Поняла меня? Конченая. Куда мы идем вообще? Вали отсюда. В принципе, я не так уже боюсь. В принципе. Я ее в натуре еще на прогиб. О, нет. Что делать, пацаны? Смотрите, раз циклоп. Где это конченое? Смотрите, раз циклоп, два циклоп. Я понял, что мы сейчас сделаем. Где она кура лезет? Смотрите, знаете, что нам надо? Тихо. О, вот она пошла туда. Давайте, знаете, что сделаем? А суету наведем вот так вот. Сейчас, знаете, я сейчас дигидин-дон-дон сделаю, короче. Пошел нахер, все, на тара, пацаны! В очко Арисе, своим кентам! Ебой! Ебой, пацаны, куда бежать-то? Она бежит за нами! Дрянь, малолетняя! Шо? Outlast with Blower? Скоро, братан. Слышите, она дышит. Так, ну смотрите, ее вот эти кентафурики меня напрягают. Куда я вообще иду, я не пойму. Я просто круги нарезаю, что ли? Да быстрее убери свой глазок шоколадный от меня. Все, так вот. Не-не-не-не-не, ты свою подружку оставь, пожалуйста. О, Вася, Вася, братан, быстрее! Ебой! Слушай, это реально как детская игра, она типа не знает, что я там сижу. Блин, нам вон туда надо, она здесь гуляет. О, все, идем отсюда. Все, выходим наконец-то. Самое главное, дверь здесь закрыть. Да ё-моё! Пацаны! Ебой, вот она бежит, бля! Бежи, бежи, быстрее, быстрее! Успели! Ебой! Вы видели, как она за нами сейчас сами достигла? Как много, Стас, спасибо большое. Ё-моё, у меня же нам затрясло сейчас все. Кончено. Да она реально, видали, как она бегает на спринтах, серьезно. Говорит, так, нам куда сейчас нужно? Подождите, мы взяли... Так, подождите. А, давайте вот в этой херне эти, ё-моё, что это как тупорылый. Не понял. Что она вниз идет-то? 113, 113. Правый череп нужно было активировать. Подождите, пацаны, сами сейчас попробуем суету. Бля, ну она бежала люто, я... Да вниз нажми. Да, что это за олень? А, мы на втором этаже. Ну, типа... Может, не поедем туда? Не хочу я туда ехать. А как выйти отсюда, пацаны? А что делать-то? Пацаны, мы за... Я вообще запутался, где мы вообще находимся, я не пойму. Видите, нитки идут, видите? Ебой! Мразота! Где мои черепа?
Потрогай его. Потрогали. Конец-то, наконец-то. А куда мы пришли-то? В сортир. А зачем мне сортир? То, что нужно. Конечно, пошли, пошли дальше. Идем в туалет, еще что-нибудь здесь есть. Не срогомол кто-то. Че, пацаны, выходим отсюда? Че, братан? Интересно, пиздец тебе, да? Че там нашел? Жесткого нет, да. Ема ты лютый. Тебе к врачу надо, понимаешь меня, нет? Я тебе сладости принес, понял? Шайтан. Бежим отсюда быстрее. Вот сюда нам надо по-любому. О! Зашибись, мы нашли эту дверь, дорогие друзья. И не могу поверить своим глазам. Та-дам! Да ты чё прикалываешься надо мной? Больная. Она не дает нам. Смотрите, она сейчас, если она назад повернется, я прям газу даем, пацаны. Все, валим отсюда, пацаны. Нет, ни хрена не валим. Да ёпарь СТ. Нет, пожалуйста, прошу тебя. Не-не-не-не, пожалуйста, я пошутил! Блять! Блять! Малолетняя! Все, я иду на таран, она меня взбесила. Смотрите, как я сейчас сделаю check the sound. Просто смотрите, наблюдайте. Короче, вот там калашник, я сейчас в рукопашную против нее пойду. Бесит меня она, серьезно. Только взгляд он отводит. Ё-моё, а куда идти-то? Блин, а мы не туда пошли. Нам, оказывается, туда надо. Сейчас она пройдет, смотрите. Все, мы должны эту тёлку-кореянку спасти. Вы видели ее вообще? Рожа не очень, а так нормально пойдет. Барана со замери. О, блядь, ты что с тебя? Пошла нахрен, беги, блядь! Братан, беги! Ты сможешь, давай! Череп, череп, поглоть, череп! Череп, братан, череп, успели! Ебой! Пикей ту мадафака! Ебой! Ебой! Играет так весело! Да действительно, я чуть курчу не навалил из этой дуры! Опять нити, вы посмотрите! Я в правильном направлении, пацаны! Дверь открой, барон! Так, давайте за нитями следить. И дай какую суету навел, где эти нити, бежим быстрее за нитями. Слушайте, я хоть соображать начал, тогда этот дубом был тупой. Так-то ничего сильно не изменилось, но тем не менее, какую-то суету начал наводить. Туалеты все открыты, ёпарис, это не спасет наш движуха. Ема, пацаны, все, кутарды, льды, я все. Эй! Пошел нахрен! Пошел нахрен, мразь! Бежим! Ах, бля! Ах, туба! Быстрее, братан, в любой шкафчик сигай! Блин, мы здесь были! Шкаф, братан! Успели. Подождите-ка секундочку, а у нас какие ключи? 113-06? Ну так а чё мы как эти? А чё мы как суете? Погнали 113, иди на третий этаж. Во, так-то сразу бы. 113, ну что, а чё я как олень себя веду, серьезно? Ну чё, народ? Если бы у меня в аэропорту так...
Так. Какого, блядь? Ты чё, братан? Ёб твою мать! Субару! Ты чё, я не пойму, зарплату не выдали? Это не повод дохнуть! Быстрее к черепам, пацаны! А! Давай, братан! Сейчас разберемся, подождите. Я ходила к монаху, который живет в лесном храме, врач Абури. Моя подруга говорит, он нормальный тип. Она говорит, что у нее есть что-то, что может отнять злых духов плотно. Что еще хуже, что он сошел. И это уже не его дела. Понятно, все. Короче, рецепт приготовления Ролтона. Бутылка святой воды. О! А что, как ее швырять-то? А, я понял все, что нам нужно делать. Ничего себе! А что если мы вот так сделаем, смотрите? Неплохо. Неплохо, неплохо. Мне так это... Такое мне нравится очень хорошо. Пошла нахрен! Лей, братан, лей, сколько улезет! Ема! Вот это сейчас жестко будет! Во имя Отца и Сына Святого Духа! Молодец, брат! Нифига себе! Вот это мне нравится. Твою ж дивизию! Бежим, братан! Лей, братан! Иди сюда! Саме чува! Все, иди нахер отсюда, конченая. Я понял, как мы сейчас пройдем. Ебой! Ебой! What the hell? What's going on? А, бля! Вот это люто здесь! Ха-ха! Кингера холда, блядь, ёб твою мать! Ау! Та-на-на-на-на-на-на! Где ты? Иди сюда! Субару! Субару! Да ты чё, я не пойму! Смотрите, идёт, иди сюда! Сюда иди! Ема, я пошутил! Ах, бля. Бесконечные свечки, да конечно, она кончена. Бежим от нее. Где это, где моя святыня? Ёпарас, это свечи закончились, пацаны. Да выпендривался Тимский. Это дура за мной бежит, где шкафчики? Бо как же здесь люто-то, а? Свечки, ищите свечки. О. Святого Духа, господи! Блин, где мой круг? Вокруг шум. Пусть так не кипишуй. Быстрее, бежим.
Да ты чё, родная, попутал, что ли? Я не пойму, эй. Движухи свои оставь своему пахану, не мне. Я здесь, меня не догонят! Блин, я хочу её пройти, давайте пройдём. Я не хочу бросать эту игру. Сейчас... Ой, простите. Эй! А здесь? Оттуда, бля! Блин, я забыл жидкость взять! Где она вообще? Слушай, а в принципе контролить можно так вот аккуратненько. Давай, я здесь, иди сюда! Белый свет против темного света! Малолетняя дура! Иди нахер! Бежим, пацаны! Бежим, бежим, бежим! Добро всегда побеждает зло! Почему они бензопилу не сделали в этой игре, а? Смотрите, она не пилится! Смотрите, смотрите, где она, где она, где она? Где эта дура? Чуть-чуть-чуть-чуть. Сейчас, мы сейчас, сейчас, сейчас все будет, смотрите. Фу. А сейчас тебя найду. А вот ты где, э? Иди нахер, конченая. Давай, иди на меня. В очко себе засунь. Пилим, пилим, пацаны, уже половина осталась. Давай, давай. Как дела? Где она? Пацаны, пацаны, бежим, пацаны, быстрее! Пили, конечно! Да вы чё? Да ты чё, мразь? Вокруг шум! Ебой, ебой, быстрее! Пили, пили, немножко осталось, родной, я в тебя верю! Как колбасу пилишь, давай! Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, давай! Быстрее, блядь! Где здесь выход? Где моя мама? Да пили, что ли? Мне! Ну не надо, пожалуйста, его! Давай, давай, иди сюда, где? Где? Пошла нахер отсюда! Конченая. Бежим, все! Со мной духи светлые, они меня помогут и спасут меня. О, сила духа со мной! Где ты, где ты? Иди нахер! Все, подохли, мразь! Блин, где выход-то, ёб твою мать? О, давай, братан, давай, давай, бензопила в помощь! Наконец-то, блин! Наконец-то! Беги, беги, конечно! Смотрите, он сам бежит, я ничего не делаю. Пацаны! Пацаны! Блядь! Твою мать, у меня галоши послетали! Да фонарь выруби, придурок! Она за мной ползет, да? Отвечай, за мной ползет, бля, братан, беги! Твою мать! Блин, меня аж стрельнуло в голову! Ой, блин, давай, за моей!
Да ладно, да ладно. Блин, у меня галоши слетели. Черт возьми. Галоши, мои галоши. А! Кулак. Смотрите, она плачет. Плачет она. Смотри, сейчас я ей поплачу, блядь. Дрянь. Я чуть не обосрался из-за тебя. Иди сюда. Братишка жертвой. Такой же конченый, как и ты. Бежим отсюда. Клала на твои чувства. Вообще на все насрать. Бежим, пацаны. О! Я должен найти придурок домой, надо бежать, забей на эту дуру, найдешь и новую бабу. Ах ты, ягода маленькая, укуси меня, пчела, ах ты, ягода маленькая, сколько можно здесь бежать, ёпрессы ты, братан. Блин, реально страшно, пацаны, давайте голову опустим. Сейчас по-любому кто-то выйдет, вот прям чую. Да вы прикалываетесь, нельзя бежать столько. Я к тебе вернусь, огонечком ты знай, словно вспышка в ночи, flashing the light, тук-тук-тук. Сердечко бьется, обязательно взорвется. Flashing the night. Ну и что здесь делать-то? О, о, помните, оно, он говорил кинжал, кинжал. Нам нужен кинжал. Где, где, пацаны, вот это что ли? О! Хи-хи. Остановите. Витя. Витя, надо выйти. Окей. Опять он обкурился, смотрите, а какой засранец. Ё-моё! О! Ну чё, народ? Слышите? Кто на хате есть, покажись мне. Давай спиной будем идти вот так боком, короче, пацаны. Хари солнцу, солнцу, хари. Хари звездам, звездам, хари. Солнцу, солнцу, хари. Хари звездам. Да там нет никого. Я не могу, господи, как же жутко-то, а! Сердечко бьется, мне на все насрать, братуха. Ебать, это что такое? Фу, бля, ну ты меня испугала, родная. Я тебя смотрю. Я ночами плохо сру, потому что я съел кунжут. Я знаю, что ты здесь, мразь! Hey, yo, CJ! How you look? Big smoke! Блин, нет, невозможно. Сука, страшно-то, блядь. Это дерьмо полное. Опять галоши гребаные. Галоши 39 размера, у меня нога 44. Это не я, это мой рот. Наоборот. Иди туда, где танцевал тот чувак. Я туда не пойду, вы серьезно? Бабалайо! Бабалайо! Бляйо! Ирираны, это за байкнароме! Куда, куда? Ну чё, мы пришли, где Бабалайо меня спасла, вот вы где? Мне на всё насрать. Здесь пахан я. Пахан я, ты стояла вообще по-другому. О! Еба! Ой, слушайте, сейчас вообще без приколов, мне что-то не по себе прям. Бля, ёб твою мать, дверь закрой, бля!
Ты чё встал-то, блядь? Ты чё встал? Блядь, ты чё, я не пойму, блядь, иди куда-нибудь. Вот она страшная, даже смотреть на нее не могу нахер. Конченая. И на шашлык ее нахрен, все, конец игры. К черту собаку эту. Че, вторая часть есть еще? Мы прошли, пацаны, мы сделали. Девчонки и пацаны-бандиты, мы это сделали. Фу. С помощью силы богатырской и с помощью вашей поддержки мы прошли этот долбанный. Ну не, он не долбанный, мне понравилось. Было круто. Было неплохо. That's so cool, huh?